Деревянное искусство. В столицу региона съехались резчики по дереву из разных городов. Впервые они организуют коллективную выставку своих работ и блеснут талантами. В числе умельцев есть мастер и из Мурома. Подробности в сюжете. Стул, шкаф, полка. Вот первое, что приходит на ум, когда речь идет о деревянных изделиях. Лучшие резчики по дереву со всей Владимирской области с легкостью разрушили все привычные представления. В их талантливых руках обычные вещи превращаются в произведения искусств. Хотели показать, что во Владимире есть разноплановые люди, по выставке это видно, занимающиеся в любые времена не за какие деньги, а просто из интереса к этому делу. Вот. И собрались вот энтузиасты. Работы Валерия Киселева уже украсили парки и сады Владимира. Предание старины глубокой ожило в теплом дереве. Они вызывают, как бы, многие очень добрую улыбку, насмешку над пороками человеческими. Или просто люди вспоминают вот то детство свое, когда им бабушки читали сказки. Самый счастливый год. Дерево – уникальный материал, соглашаются все мастера. По готовому изделию видно, насколько богата фантазия резчика, как тонко он чувствует породы, насколько искусен. Среди участников выставки наш известный резчик, член Союза художников России Сергей Субботин. Иконная живопись заняла важное место в его творчестве. Это именно мое направление. Это раньше работало очень много в такой технике. Сейчас немножко изменился из-за того, что очень много было храмовых заказов. У меня как бы появилось новое видение резьбы. Я стал иконную живопись переносить в работу, да, в объем. 11 авторов. Небольшая по объему, но очень яркая самобытная экспозиция привлекла внимание и детей, и взрослых. Красота и многогранность мастерства резчиков предстала во всей своей индивидуальности.